Привет всем! В этом видео я вам покажу, как снимать деньги в другой стране. Все точь-в-точь так же, как и у вас в стране. Подходит любая карта любого банка. Прилетаете вы в страну со своей картой, и оно вам выдаст деньги в валюте страны. Я сейчас нахожусь в Париже, оно мне выдаст в евро. Нахожусь в Пекине, выдаст юани. Нахожусь в Индии, выдаст рупий. Снимать я буду со своей карты ePayments. Вставляем карту. Выбираем французский, я же во Франции. Вводим пин-код, нажимаем ОК, берем другую сумму, вводим 1000 евро, забираем карту. И получаем свои 1000 евро. Теперь беру свою украинскую карту. Английский. Деньги получили. Также есть интересный вопрос, сколько можно перевозить с собой денег в наличной форме. Я с собой перевозил 5000 евро и 2000 долларов одновременно. А вообще читал на сайте, что можно или 10 тысяч долларов, или 10 тысяч евро. А если уже перевозишь больше, нужно там заполнять какие-то формы. Я пока столько не перевозил. Так что если буду перевозить, я вам сообщу, что и как, что я делал, что я заполнял. А сейчас погнали зарабатывать деньги. Итак, переходим к торговле. В этом видео я буду торговать в выходной день, буду торговать на биткоине. Какая у нас ситуация сейчас по криптовалюте? Сейчас криптовалюта, вся почти криптовалюта находится во флэте. Сейчас у нас затухание. И здесь мы будем торговать, конечно же, по скальпингу. У меня одна стратегия. Все знают, что я торгую по скальпингу. И у нас в этой ситуации уровень сопротивление становится уровнем поддержки. Мы уже такую ситуацию разбирали в закрытой группе и конкретно ней учились. Кто много торгует, часто такая у нас ситуация, что уровень поддержки, уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Смотрите, здесь явно видно, что нужно заключать сделку на повышение. Много раз, да, график касается нижней границы, да, и никак ее не может пробить. Я здесь жду хорошего момента. Наглядно, да, видите, как поменялся уровень у нас. Жду момента и заключаю сделку на 10 тысяч на повышение. Такую вот ситуацию я называю секундным скальпингом, да. Торговать здесь нужно только на минутке. Еще заключаю две сделки, еще одну сделку. Очень важно здесь, в этой ситуации, не спешить. И еще раз заключаю на повышение. Так, заключил я 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 сделок, да, по 10 тысяч. Ни в коем случае мы не заключаем одной ставкой, да, на 60 тысяч. Чтобы себя обезопасить, всегда ставьте частями, это очень важно. Особенно, когда вы торгуете вот на секундном скальпинге, это очень важно. Неправильно вошли в позицию, да, словили вот самый верх, и ваша сделка может не зайти. Здесь у нас все шикарно, сделки закрываются в плюс. По поводу ситуации на Олимпе, смотрите, у нас уже добавилось очень много криптовалют. Monero, Ether, Ripple, Bitcoin, Litecoin, Dash, Bitcoin Gold. Знаете, я вот не хочу, чтобы вы относились к этой торговле как торговле строго на бинарных опционах. Это основы,
линии поддержки сопротивления есть везде, то есть вы так можете торговать на любом таймфрейме, на любой бирже. В этой ситуации я смотрю, да, на график, оцениваю все и принимаю решение, торговать ли мне дальше, смотрю свои сделки. Я вот решил это видео опять оставить, ничего не ускорять, ничего не обрезать, оставить так, как записал. И я здесь принимаю решение торговать еще раз. По поводу сейчас ситуации на криптовалюте. Вы видите, что происходит, да, криптовалюта никак не может подняться, она идет во флете, идет затухание, и сейчас, народ, самый момент для того, чтобы инвестировать. Кто у меня спрашивал, в какую криптовалюту инвестировать? Это Litecoin, Dash, Ripple, Ether, Ethereum Classic, Bitcoin Gold, Monero, Zcash, Stellar, Cardano. Вот в эти вот криптовалюты я проинвестировал. Сейчас самое время инвестировать в эту крипту. Когда произойдет вот разворот, когда произойдет скачок, это никто не знает. Может быть весной, может быть летом, а может быть на осень. Если бы все это знали, все бы были миллионерами. Так что сейчас инвестируйте, чтобы потом не жалеть. Видите, я здесь жду ситуации, да, чтобы опять заключить на повышение, пока ситуации такой хорошей нет, чтобы войти, хорошо войти в сделку. Главное здесь не спешить, особенно на секундном скальпе, заключая на повышение, еще одно на повышение. Здесь важно, да, чтобы после отскока сразу же успеть заключить. Здесь все хорошо, да, график уже идет наверх. Еще хотел бы затронуть тему нашей закрытой группы. Я сделал ребрендинг, мы совершенно кардинально все изменили в закрытой группе. Теперь мы не просто торгуем, мы учимся торговать. Мы делаем обсуждения, и качество сигналов очень-очень выросло, потому что теперь мы торгуем строго по скальпингу. Раньше я торговал и по трендам, но сейчас уже мы строго обучаемся скальпингу и не просто торгуем, да, раньше я просто давал сигнал, а сейчас мы делаем обучение. Также идут у нас розыгрыши ежедневно. Если вы участник нашей закрытой группы, вы автоматически участвуете в розыгрыше на 500 рублей. Каждый день ничего делать не нужно. Также идут розыгрыши, как вы знаете, в открытой группе. Ежедневно по 500 рублей в открытой и закрытой. Итак, вот здесь вот я уже принимаю решение закончить торговлю. Смотрите, 10 сделок по 8 тысяч за 8 минут получилось заработать 80 тысяч рублей. И здесь важно уйти с рынка. Часовой пояс у меня плюс 2. По Киеву, кто не верит, были ли такие сделки на биткоине, ставьте свое часовое время и проверяйте все. На этом я с вами буду прощаться. Подпишитесь на мой канал. Обязательно поставьте лайки этому видео. Также подпишитесь на мой инстаграм, потому что там я публикую всегда самую свежую информацию. Спасибо вам за поддержку. Спасибо за просмотр. Всем удачной торговли. Всем пока.